Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Ваня48К. И сегодня я буду проверять мифы от подписчиков. Обязательно поставь лайк и подпишись, ведь ролик получился очень интересным и крутым, но я не буду долго затягивать, погнали! Ты подписался? Лайк поставил? Подпишись, а то снежками закидаю. Миф. Если поставить в воздухе квадратную штуку в виде посадки вертолета и на нем заспавнить любого монстра и убрать эту посадку, то монстры будут висеть в воздухе. Миф звучит довольно интересно. Давайте проверять. Так, сейчас нам нужно заспавнить какую-то штуку в виде посадки вертолета. Кажется, вот эту. Так, теперь давайте ее вверх немного поднимем. Потому что она должна в воздухе висеть вот так. Теперь спавним любого монстра. Так, какого бы заспавнить? Давайте зомби. Я случайно взял. И теперь нам нужно сломать эту платформу, как сказал подписчик. И монстр должен висеть в воздухе. Давайте проверим. Так, мы видим, монстр упал и не висел в воздухе, а значит миф оказался фейком. Если поставить кровать под карту, чтобы можно было лечь, заспавнить отчима или нового моба-аниматроника, быстро сесть в кровать, чтобы он тебя не убил, через примерно 1 секунду он перестанет танцевать. Ну что ж, давайте проверим, миф звучит интересно. Так, нам нужно заспавнить кровать, вот эту кровать, наверное. Так, теперь ставим ее под карту, вот так. И затем спавним любого моба, точнее, отчима или вот этого кролика-аниматроника. Ну, не знаю, давайте, наверное, отчим. Он выглядит прикольней. Так. Чё, он реально стоит? Он реально не танцует, а просто стоит. И с кроликом это тоже работает. Миф подтвержден. Миф на давак бума. Он есть, а надо зайти в страшную карту, и там он будет, но надо его искать. Это что, типа миф на создателя скибиди-туалет? Подписчик не сказал, на какой именно карте это нужно делать, но он сказал, что на страшной карте. Только вот на какой, непонятно. Может, начало Хаус Зета, а может, на Мисти Таун? А может, вообще на Биг Хаус? Ну, даже не знаю. Давайте на Мисти Таун, она самая страшная, как помню. И теперь где-то здесь мы должны найти посылку на Дафак Бума. Ну, типа на создателя скибиди туалетов. Так. В этом магазине вроде ничего нет. Я уже хожу на этой карте очень долго, а значит миф оказался фейком. Миф на карте Таун 3F. Если зайти в канализацию и взять пиццу, то появится Ваня48К. Так, я уже подошел к этой канализации, у меня тут в руках пицца, как вы видите. Так, теперь ждем, когда Ваня48К появится. Хотя подождите, Ваня48К это же я. Ну ладно, не суть. Чё, реально мой клон появился? Твой смарт!